Утренний эфир продолжают криминальные новости в студии «Зоны Икс». Виолетта Соколович, здравствуйте. В СК поделились подробностями расследования уголовного дела о крупной контрабанде героина. Напомню, четверых иностранцев и белоруса задержали минувшей осенью. Согласно материалам дела, обвиняемые с ноября 2022 по сентябрь 2023 года организовали поставку героина с территории Ирана в страны ЕС и Великобританию через Беларусь. Опиоидный наркотик был упакован в коробке из-под сока и спрятан на складе в Минске. Задержаны четверо граждан Турции, один белорус. Тогда же пограничники изъяли больше 300 килограммов героина. По результатам расследования участникам преступной организации, входящих в нее групп, в зависимости от роли каждого, предъявлены обвинения по нескольким статьям. Руководство входящим в преступную организацию структурным подразделением. Незаконное перемещение через границу ЕАЭС особо опасных наркотических средств в крупном размере. Перевозка особо опасных наркотиков организованной группой. И расследование дела продолжается. Дайджест криминальных и чрезвычайных происшествий далее в программе. Трагедия в Калинковичском районе. Там утонули два мальчика. Все произошло в субботу днем. По информации СК, два школьника 8 и 10 лет из агрогородка Горбовичи поехали на велосипедах порыбачить на ближайшую речку Неныч. Дети расположились на краю покатого бетонного настила. В какой-то момент мальчишки оказались в воде и не смогли справиться со стихией. Оба утонули. Во всех обстоятельствах трагедии разбираются следователи. Автобус с пассажирами угодил в ДТП в Дзержинском районе. Так, накануне утром на автодороге М1 Брест-Минск, граница России, водитель автобуса международного сообщения не справился с управлением. Транспорт съехал вправо по ходу движения кювет и влетел в придорожные деревья. В салоне находились два водителя и 46 пассажиров. Три человека госпитализированы. А на трассе Минск-Мядель лось выскочил на дорогу и устроил серьезное ДТП. По информации ГАИ, водитель «Опеля» столкнулся с лесным зверем. Машину выбросило на встречку, где легковушка столкнулась с грузовым МАЗом. В результате ДТП трое несовершеннолетних пассажиров 15, 8 лет и 10 месяцев доставлены в больницу. Житель Минского района хранил дома оружие. Отвечать придется по всей строгости. Арсенал выявили сотрудники ГУБОП в дачном доме Молодечнинского района. Хозяин дома рассказал, что оружие ему подарил знакомый, который некоторое время назад скончался. По результатам судебной баллистической экспертизы установлено, что один из предметов – это обрез из одноствольного охотничьего ружья, а второй – нарезной пистолет Вальтера калибра 9 мм. Оба образца пригодны к стрельбе. Судьбой мужчины теперь займутся следователи. Лидские пограничники задержали белоруса с беспилотником. В районе агрогородка Озеры Гродненского района задержан житель областного центра с самодельным дроном. Беспилотник и комплектующие изъяты, а в отношении мужчины начат административный процесс за нарушение пограничного режима. Также его ждут проблемы за использование БПЛА без разрешения. Очередные грибники не смогли выбраться из леса. На помощь пришли спасатели. Инцидент произошел в Дубровинском районе. В МЧС позвонили сами потерявшиеся. Женщина со своей дочерью ушли в лес за грибами, но найти путь назад не могли. Спасателям понадобилось пару часов, чтобы отыскать людей. Женщины вышли на звук аппаратуры спасателей. Слегка напуганные, но с грибами отправились домой. Это были новости «Зоны X». Оставайтесь с нами на «Беларусь-1».